Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это был Баладев. А теперь Супратра. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Так, кто меня тут изображает? Я слышал то, что меня тоже тут кто-то изображал. Это что, была рубрика Баладева и Субханы? Мы на нее опоздали. Нет, не опоздали. Просто такое вступление. Ведь это же маленькие манжатки, часть вторая. Я зовут Адриана, а это Аришка. И с нами наши спутники Баладев и Субхара. А еще наш господь Гопал и коровки с Ганешей. Сегодня мы расскажем вам, как снимать еду с алтаря. Надо прочитать, надо попросить Кришну, чтобы он нам разрешил это покушать потом. А теперь можно кушать это яблоко. А сейчас Аришкины шутки. Рубрика «Полезные советы». Рубрика «Полезные советы». Чтобы было удобнее. Правильно, есть закрывать божеств и алтарь, чтобы они не видели, как мы кушаем. Хочу кушать. Вот сейчас мы будем кушать. Нам надо порезать яблоко. Рубрика «Аряшкины выдумки». Мы знаем такую... Я могу вам спеть такую песню. Деревушке, качапле, были голод, нищета. Нитя нам, да, там родился, и пошли у нас дела. Молока и масла давай. На-на-на-на-на-на-на. А противные болезни, все возможные болезни, отступили навсегда. Это не когда Господь не жена, Господь ожидание криком отвечал. Кто-то добрился, нас не боится, Сын Отцом нам обещал. Когда-то родился, нас не боится, Сын Отцом нам обещал. Фантазер внимай наш ловкий, с ним играем до утра. Если флейта заиграла, будет новая игра. Чувствую.
наверное, будут час, наверное, резать будет его. С таким это успехом. Такими-то темпами. Аккуратно надо резать яблочко. Может, пока что это Маша порежет. А я поснимаю. Ну давайте заканчивать, что там, что снимать-то. Сейчас. Как вы будете есть, будем снимать, что? А? Как вы будете есть, будем снимать? Ну да, конечно. А что же еще нам приходится снимать? Чтобы завлечь публику. Мне кажется, это лицо таким темным, не кажется? Наоборот, да? О! Возьми яблочко. Я немного книгу режу. Книгу режу. Мне кажется, пора заканчивать, да? Да. Стойте, стойте! А наша рубрика где? Вы же в автоде есть! Ладно. Спойте что-нибудь. Когда вы проживете. Давай, они будут сейчас петь. Давай. Тын-тын-тын-тын. Молодец, давай со мной петь. Сюда петь. Тын-тын-тын-тын. Если долго-долго-долго, если рано-рано утром, если рано утром мантру, а ты, конечно, повторять, то, пожалуй, долго не ждут, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, можно Кришну повстречать. А-а-а, говорят, ты ему на вот такой, а-а-а, не бой ему на вот такой ширины. А у него гавакан вот такой вшиный. А-а-а, как вздыхает Гопи Маджа. И сейчас она на Махараджа. А-а-а, украл у них покой. А-а-а, он украл у них покой. Если... Вот так. Такая у нас песня замечательная. Я вам хочу порекомендовать новое видео, которое очень скоро выйдет. Которое очень скоро выйдет на нашем канале. Кришна во Вриндаване. Кришна пойдет купаться в Ямуне. Он побывает на холме Говардхане. И в том числе, а еще будут новые выпуски наших рубрик. Не пропустите премьеру на канале Варина. Кришна во Вриндаване. Варина, прощайся. Давайте прощаться. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши яблочко. Всем пока.